Поклонники кино ликуют. В Подмосковье возобновилась работа кинотеатров. Ирина Англичева – большая любительница комедий. Впервые после долгой изоляции пришла посмотреть картину на большом экране. В карантинный период смотрела фильмы в режиме онлайн. Говорит, последний раз в кинотеатре была 4 месяца назад. С нетерпением ждала открытия. Это классная новость, учитывая, что развлечений в последнее время у нас было мало. Вот. Это как дополнительное развлечение. Деятельность кинотеатров находится под строгим контролем Роспотребнадзора. Первостепенная задача – обеспечение безопасности зрителей. Масочный режим, социальная дистанция, использование санитайзеров – необходимые требования. В кинозалах особая рассадка. В программе мы забронировали таким образом места в залах, что нет возможности у наших гостей приобрести билет рядом. Соответственно, через одно место в шахматном порядке мы забронировали места. Правила рассадки не распространяются на членов одной семьи. Вдвое сокращено количество зрителей в зале. По словам Виктории Нагаткиной, посещаемость кинотеатров пока не высока. Причина – дефицит новых релизов. В прокате сейчас преобладают европейские, южнокорейские и российские фильмы. Одним из новых правил посещения кинотеатра является бесконтактная оплата. Давайте попробуем купить билет. Готовность кинотеатров 100%. Новые условия работы позволяют посетителям наслаждаться просмотром кинофильмов без риска для здоровья. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».